This is just the latest example of how the Russian government views this type of truthful reporting as an existential threat, and that's truly alarming. In recent days, we've seen millions of people, record-breaking numbers of Russian-speaking members of our audience, come to this news organization, to RFURL, and all of our platforms, all of our networks, all of our news sites, in record numbers to learn all about the death of Alexei Navalny. They've come to us seeking the truth, and we will not be deterred in that vitally important mission. В России действует пакет Яровой, это так называемый пакет законов, который позволяет российским правоохранительным органам в российском интернете, в российских системах, в социальных сетях получать доступ без всяческого согласия пользователя к контенту. И поэтому такие платформы, как ВКонтакте, Mail.ru, Одноклассники и другие, они небезопасны. Российские власти, российские центры могут получать доступ к такому контенту без согласия владельца, делать скриншоты и после этого возбуждать дела административные о привлечении к ответственности за размещение такого контента. Интерпол рассматривает возбуждение уголовных дел по нежелательным организациям как политическое преследование. Поэтому в этой части, если будет запрос от российских правоохранительных органов на розыск, люди будут проживать за пределами Российской Федерации, то через систему Интерпола невозможно будет человека арестовать и депортировать в Россию.